Правила не для всех. Учеников одной из школ румынского уезда Яломица заставляют носить с собой сменную обувь. Все потому, что недавно в классах сменили полы на паркет, и администрация не хочет, чтобы дети его повредили. Однако на педагогов эти правила не распространяются. La toaletă vin cu noroi și se umflă parchetul dacă este. Da, să de cine aveți papuci? Da, așa este. Ar fi trebuit să mă conformez și eu. С инспекцией в школе побывал и министр образования Румынии. Но ее больше возмутил не факт, что дети носят сменку, а то, что им до сих пор приходится пользоваться туалетом на улице. При том, что румынское правительство выделило деньги на строительство уборных в 857 учебных заведениях страны. Некоторые мэры вернули эти деньги, потому что не были разработаны проекты. Я возмущена тем, что местная публичная администрация уже 30 лет не инвестирует в образование. В свою очередь, мэр Яломицы заявил, что деньги на обустройство санузлов в школе поступили слишком поздно, чтобы проводить тендер по отбору подрядчика. Более того, средств было недостаточно, поэтому администрация вернула деньги в госбюджет.